В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Активный циклон сейчас перемещается над регионом. Снегопад начался в юго-западных районах Приморья. В течение дня осадки накрыли весь край. Уссурийцы уже почувствовали перемены, которые принес нам атмосферный вихрь. На этот раз прогнозы синоптиков оправдались. Примгидромет предупреждал о приближении циклона заранее. Днем 22 декабря и ночью 23 в южной половине края ожидается сильный снег. Местами обещают метели, снежные заносы. Температура в разных районах от минус 13 до плюс 2 градусов. Днем, ночью мороз будет только крепчать. Непогода начнет утихать уже днем в пятницу. Однако до этого времени специалисты советуют воздержаться от дальних поездок. Работодателям стоит пораньше отпустить домой своих сотрудников. Местами на дорогах возможны гололедицы, поэтому не исключены пробки.